Сегодня у нас общеобразовательное видео, в котором я постараюсь простым языком объяснить, как работает система отопления. Всем привет, меня зовут Анатолий Матвеев, я основатель компании ЛТ Групп Первый Центр Отопительных Решений, и вы на канале Лаборатория Тепла. Это будет полезное и интересное видео, потому что очень много заблуждений и недопониманий мы встречаем у клиентов, когда они обращаются к нам для того, чтобы сделать систему отопления. Путают, для чего нужна котельная, как работает система отопления, из чего складываются теплопотери, почему нужна такая мощность. И все это потому, что просто не хватает небольшого количества технических знаний. Их-то я вам сегодня и попытаюсь дать. До того, как у вас появится система отопления, у вас появляется дом или проект дома. Для того, чтобы сделать систему отопления и источник тепла, нужно понять, какие теплопотери будут у вашего дома или здания. А что это значит? По законам физики тепло переходит от теплого объекта к более холодному. И никак не наоборот. У нас есть с вами дом, или какое-то здание, которое внутри теплое. Наши стены, кровля, пол – это тепло отдают улице, потому что там холодно. Нам нужно понимать, где это здание находится, потому что если это, например, в Якутии, то там одни заморозки. Если это Москва, то там другие пиковые заморозки. И нам нужно с вами сделать источник тепла внутри этого здания такой, который будет производить достаточное количество тепла, даже когда будут пиковые заморозки. При этом нам надо, чтобы этого тепла хватило не только на отопление, но еще и на нагрев воды, на нагрев вентиляции, возможно, на нагрев какого-нибудь технологического процесса, если это производство. Если у нас есть несколько источников тепла, например, там теплый пол и радиаторы, то суммарно они должны производить то количество тепла, которое мы посчитали с вами, теряет наше здание. Итак, мы рассчитали теплопотери, мы понимаем, какое количество тепла нам надо. Теперь нам нужен источник тепла, то есть нам нужна котельная. Это может быть любой котел, который производит тепло. Что мы с вами должны сделать этим котлом? Первое, мы можем нагреть воздух. Есть воздушные генераторы, теплогенераторы, которые греют сразу воздух. Этот воздух подается в наше помещение, и нам сразу становится тепло. Но такая система используется только, скорее всего, на промышленных коммерческих объектах, где большие однообъемные пространства. Сделана разветвленная система вентиляции, с помощью которой распределяется этот теплый воздух. И если у вас есть маленькие помещения, административно-бытовой комплекс, офисы, здесь нам надо распределять тепло по разным комнатам, по разным помещениям, с разной температурой их нагревать. Соответственно, здесь у нас появляется еще и система отопления. То есть может быть тепловентилятор для промышленного объекта, может быть тепловая завеса для того, чтобы отсечь холодный воздух, может быть радиатор, может быть теплый пол. В любом случае, у нас есть здание, которое теряет тепло, есть котельная, которая его производит, и есть система отопления, которая его распределяет. И важно здесь не путать причину со следствием. Причина необходимых затрат на отопление не отопление, а дом, здание, то есть оно теряет тепло. А система отопления только компенсирует эти потери. То есть оно производит достаточное количество тепла, чтобы поддерживать постоянную комфортную температуру в помещении. Бывают другие источники тепла, например, какие-нибудь тепловые пушки, дизельные пушки, электропушки. Такие системы производят тепло и сразу греют воздух, то есть они не имеют каких-то разветвленных вентканалов, не устанавливаются в одном конкретном месте, а распределяются по всему помещению, но есть определенные нюансы. Да, так можно, но чем проще источник тепла, тем дороже это тепло. Потому что если вы сделаете, например, газовую или пеллетную котельную, у вас будет очень дешевое отопление. Но вам при этом придется потратиться на котельную, на проект, на систему отопления, сделать эту систему отопления, отрегулировать эту систему. Но в итоге вы получите дешевый, комфортный источник тепла. А можете не делать этого. Поставить везде тепловые пушки, электрические, дизельные или там газовые, и они будут греть ваше помещение. Как говорится, дешево сейчас, дорого потом. Дорого сейчас, дешево потом. Пишите в комментариях вопросы, которые у вас остались по тому, как работает система отопления. И, возможно, следующий ролик будет с ответом именно на ваш вопрос. На мой взгляд, ни один человек здравомыслящий не скажет, что система отопления – это элементарно и просто. Хотя находятся клиенты, которые заявляют, что да что там делать-то. Но если вы не такой, и вы понимаете, что это сложное, дорогостоящее устройство, где можно промахнуться 1000 раз, 100 000 раз, с диаметром труб, с мощностью котлов, неправильным расчетом приборов отопления, неправильной установкой, миллион неправильно, и в результате потраченные деньги
обнуляются, потому что система просто тупо не работает. Наша компания LT Group, первый центр отопительных решений, уже 9 лет занимается монтажом системы отопления и котельных для коммерческих и промышленных зданий. Поэтому, если вы хотите надежного подрядчика, делающего качественные изделия с гарантией бесперебойной работы, тогда переходите по ссылке в описании к видео на наш сайт и оставляйте заявку на консультацию по монтажу системы отопления для промышленного или коммерческого здания. Как я и говорил, это было общеобразовательное видео, в котором я общими словами попытался описать принцип работы системы отопления, как она рассчитывается, как подбирается мощность, что от чего зависит, где причина, а где следствие. Подписывайтесь на наш канал, и вы увидите еще больше видео, которые рассказывают о том, как сделать правильно, как не допустить каких-то фатальных ошибок, как предостеречь себя от катастрофы. Если вы хотите смотреть наши ролики не только в YouTube, но и в других соцсетях, переходите по ссылке в описании к видео в Дзен, ВК или Рутуб, подписывайтесь на наши другие соцсети. До новых встреч!